Всем привет! Ну вот мы в аэропорту, паспортный контроль пройден, багаж сдан, все хорошо, у нас получается, я приготовила изначально сразу наши российские загранпаспорта и германские документы, но германские совершенно не попросили, просто хватило достаточно загранников, никаких вопросов не задавали, удивили, что у нас два багажа на три билета, вот, наклеили на ручную кладь вот такие вот розовенькие штучки. Так что все хорошо, мы уже здесь, сейчас мы ждем наш рейс, через полтора часа начинается посадка. И вот мы уже в России, сейчас мы находимся в городе Апрелевка, Подмосковье, и сразу видно, что Россия встречает нас огромным количеством снега и морозом. Пролет прошел хорошо, все спокойно. С документами тоже я сказала, что Ausweis не спросили, но на самом деле нет. Дальше на паспортном контроле в Германии, когда я показала наши российские загранпаспорта, нас попросили предъявить Ausweis, ну, точнее, даже и перед нами я слышала, что просили у людей показать, и я сразу подготовила документы. Никаких вопросов не задали, все хорошо, посмотрели, проверили. Вот. В самолете подарили нашему сыну подарок. Я потом тоже обязательно сниму, покажу, что это было. Очень приятно, здорово. В общем, мы долетели. Ну, как бы я в самолете не спала, потому что на ходу в движении, в транспорте мне сложно удается заснуть. А ребята мои немножко отдохнули. Но, тем не менее, настроение хорошее. Наверное, за счет этого бодрости, позитив все-таки прогнали полностью весь сон. Опять же, несмотря на разницу во времени. И сегодня вечером у нас поезд уже в наш город, Старая Оскол мы поедем. Ну, по дороге постараюсь поснимать, может быть, даже поезд немножко покажу, какие у нас ездят в России. Ждите дальнейших видео. Ну, постепенно, конечно, будем стараться снимать на ходу, где-то гуляя, что-то рассказывать. Ну, на данный момент, конечно, здорово. Встретили, друзья нас встретили в аэропорту, и здесь тоже родители. В общем, все здорово, очень радостно. И настроение, конечно же, на высшем уровне. Оставайтесь с нами. Я желаю вам всего хорошего. Пока-пока!